Почему-то считают, что женщинам искренне нравится их удовлетворять без всяческой какой-то взаимности и эмоциональной отдачи. Ну, в основном взаимности. Как будто бы он вот пришел с работы, помылся, искупался на диване, занял удобную позу и просит свою женщину его удовлетворить. А ее медом не корми, дай только пососать, дай только вот его удовлетворять. Потому что вот так ей это нравится, ей так хочется, и не надо ей никакого секса, не надо ей ничего там лизать, не надо никакие пальцы в нее вводить, ничего ей не надо, да, и только сосать с утра до вечера. И они искренне в этом убеждены, то, что это нравится. А на самом деле это не так, это сугубо вообще эротический вымысел мужской. Такого не бывает, женщина не станет это делать без определенной взаимности.